Друзья, привет, с вами Николай на канале Лесник Лайф. Сейчас только что звонил заказчик на манипулятор, и я просто в шоке. Люди тупят по-страшному. В общем, у меня на Авито стоит объявление услуги манипулятора монтажной корзины. То есть, кто не знает, что такое манипулятор, это грузовик такой, да, у которого между кабиной и кузовом стоит кран. И вот такое объявление у меня есть на Авито, там, на Юле, еще на других платформах. Раньше эти машины в простонародье назывались, сначала их называли воровайки, там, наверное, кто-то что-то на них воровал когда-то. И некоторые называют их сам гружу, сам вожу, в общем. Вот, и у меня там номер телефона, Николай написано и так далее. В общем, звонит сейчас заказчик, я поднимаю трубку, говорю: алло. По голосу слышно, что это взрослый мужчина, как бы, да, со мной разговаривает. Скорее всего, славянин. И сразу такой вопрос: сам гружу, сам вожу. Вы? Я говорю, ну, сразу начинаю, как бы, подстегивать его. И говорю: нет, меня Николай зовут. Он такой: ага. И у него идет переформатирование мозга. Он такой: ладно, понял. Раз, кидает трубку. Я, как бы, пребываю в шоке. И смотрю, через 30 секунд, видимо, он там одупляется, да, что ему ответили, как бы, что делать дальше. Он понимает, что что-то не то. Смотрю, перезванивает повторно. Алло, Николай, ну тебя-то Николай зовут, ну сам гружу, сам вожу. Есть же, да, такая машина у тебя, как бы. Я говорю: манипулятор вы имеете в виду? Да, манипуляторы. И я уже начинаю просто над ним прикалываться, говорю: да, есть такая машина, манипулятор, да, у меня. Но я не всегда сам гружу, сам вожу, он там, в смысле? Я говорю: ну, бывает так, что я, как бы, сам не вожу, а приезжаю, только сам гружу, а иногда сам не гружу, меня грузят, а только сам вожу. То есть это вообще просто взорвало его мозг, он затроил конкретно. Как, в смысле, что? То есть он вообще не понимает, о чем идет речь. У него идет полное переформатирование головы, как бы стирается предыдущая информация, начинает обрабатывать новое. И он такой: так, подожди, ты можешь этот, вот сейчас ко мне приедет машина, мне нужно с нее скинуть кирпичи. Я говорю: могу. Он такой: ну вот. Я говорю: то есть сам вожу не надо, только сам гружу надо. Он такой: ну да, разгрузить надо, разгрузить машину. Я говорю: могу. Он: ну ты можешь это сделать? Я говорю: а когда вам это интересно, когда вы собираетесь это делать? Он говорит: нет, ты мне скажи, ты можешь это или не можешь, мне нужно разгрузить кирпичи. Я говорю: так как я вам могу сказать, могу я или не могу, если вы мне не обозначили время? Если вы мне скажете, что это нужно сделать через час, то я скажу, что это невозможно, я занят. А если, допустим, на завтра, то скажу, что да, я могу это сделать. Он такой: да, то есть завтра мне нужно разгрузить машину. Я говорю: хорошо, время какое? Он говорит: 10. Я говорю: все возможно, давайте тогда сегодня вечером, как ваша машина точно уже к вам будет готова выехать, вы, как бы, мне позвоните, скажете, что все, точно машина выезжает, я к вам приеду. И вот еле-еле мы смогли с ним о чем-то договориться, то есть я просто не понимаю, что у людей в головах происходит. В общем, он кинул трубку. Я тут продолжу заниматься своей работой. И буквально через полтора часа он мне перезванивает: Николай, это вот по сам гружу, сам вожу. Опять он не может запомнить слово манипулятор. Опять по сам гружу, сам вожу. Я говорю: да, я вас слушаю. В общем, это отбой по этой теме, говорит, по разгрузке. Я говорю: что случилось? А оказалось, машина КамАЗ, которая везет этот кирпич, у него самого этот кран есть. Поэтому не нужно. Я говорю: ну вот, елки-палки. Ну, в общем, очень тяжелый человек, вот элементарные вещи он просто не может объяснить, как он с этим живет, я не знаю. Поэтому, что сказать, люди тупеют, я, наверное, в том числе. В общем, развивайтесь, смотрите фильмы, читайте книжки и не тупите. Всем пока, до встречи на канале.